вот я получила свою посылку наконец-то. Камера GoPro. И будем, значит, сегодня и завтра и вообще гулять с камерой, записывать все подряд, а потом я буду рассказывать и показывать конкретно по камере. А вот еще кто у меня тут есть? Гость. Ронни-бой! Роник! Там он у меня. Монтаж идет. Компьютер. Публикует. А это у нас Ронни. Ронни, иди сюда. Ой, какой хороший мальчик у нас. Ронни, мой бой. Мячик хочет поиграть. Давай. Давай. Вот. Вот такой у нас Роник. Где мячик? Давай. Там мой чемодан. Давай. Дай. Отдай. Ну, идем спать тогда, да? Посылку мы получили. И мячик мы тоже получили. Где мой сладкий мальчик? Побежали. Где у нас Ронни? Вот он, Ронни. Отдай мячик. Это у нас Джек Рассел Ронни. Ну, давай распакуем нашу посылочку. Да, Ронни мой. Такую вот камеру я приобрела за 16,50. 16 фунтов 50 копеек. Это где-то около 1000 рублей. Но сейчас, наверное, побольше будет, потому что фунт вырос очень резко. Но я приобрела еще в тот момент, когда он был по 80 рублей. Поэтому вот сейчас посмотрим, как и куда я смогу прикрепить эту камеру и как с ней вообще обращаться. Я планирую ее куда-то сюда приделывать. На сумку, допустим. На ремень сумки я ношу накрест и вот сюда. Нет, сюда. Будем делать. Страп, то есть ремешок. Контакт. О, может быть, это мне сможет перекачивать мои фотографии с телефона и видео, потому что я взяла не тот шнур, а и на перекачку шнур зарядки работает, а на перекачку с телефона в компьютер не работает, мне приходится WeTransfer'ом отправлять, чтобы сделать ролик о том, о чем я хожу и рассказываю. Отлично, может быть, он и пригодится нам. Так, это непонятно, что штука. В общем, тут всякие, как бы, подставочки, приставочки. А вот и клипса. Надо только узнать, как ее. И вот так будем крепить камеру. Так, это камера. Тут тоже подставка. Тоже какая-то подставка. С этим надо совсем разбираться. Это, наверное, waterproof. Под водой можно снимать. Очень много всякого. С этой камерой очень много всего можно сделать. И снимает она, кстати, Full HD. Она даже 4K снимает. Это 4K камера. Всего за 1000 рублей. Ладно, посмотрим, как это будет работать на самом деле. О, даже для трипода есть плейт. Подставочка. В общем, тут какие-то фиксаторы в основном. Даже жгутики, которые можно прикрепить, привязать. Так, это что-то... Это, наверное, для прочистки камеры какие-то жгуты тоже. Тряпочка. Чистить объектив. Еще какие-то. Ну, вот вся расшифровка. Что есть что. В общем, на камеру, на всю эту камеру, она называется Sport.
очень много всякой всяких аксессуаров. И всего за 1000 рублей. Вот так. Это на eBay. Я купила. eBay — это мой любимый сайт, где я покупаю абсолютно всю технику, одежду, аксессуары для дома, дизайн, в общем, всякие вазочки, цветочки, все это на eBay. Или другой сайт был Wish, он был поставки из Китая, именно в UK. Я не знаю, работает он в Россию или нет, но пока из Китая я тоже побаиваюсь что-либо заказывать. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну что, если мне удастся сейчас разобраться с этой камерой, как-то ее прикрепить, то сразу буду снимать и показывать вам. Пока, все, пока.